Добро пожаловать на канал Hardrest Info, это устройство Xbox Series X. Сейчас я покажу вам, как на этом замечательном и великолепном устройстве сделать очень важную вещь, изменить имя девайса. Итак, вначале мы нажимаем с вами на кнопочку X на нашем контроллере, а затем выбираем нашу иконочку и затем заходим в параметры. После чего в параметрах мы с вами видим несколько важных момент, а нам конкретно нужен пункт системы. Нажимаем информацию о консоли и нажимаем имя. И вот, собственно, здесь мы и меняем. То есть, понимаете, да? Вот здесь брось настройки есть, имя, вот мы на имя как раз таки нажимаем. И здесь меняем наше имя на то, которое хотим. Например, я не знаю, пусть будет банальная консоль. Ой, что-то я это вот не то нажал. Консоль. Вот и все. Теперь нажимаем на Enter. И, собственно, я нажал на Enter, но что-то не нажимается. Ладно, все. Короче, вот не Enter нужно было нажать, а три палочки. Ну и все. И теперь для того, чтобы полностью изменилось имя, нужно перезапустить консольку. Ждем буквально, я не знаю, сколько это нужно для перезапуска, пару секунд. У нас консоль все-таки самая мощная из своей линейки, поэтому пару секунд можно, собственно, и подождать. Ну, давайте мы подождем. Ну что ж, вот по сути и все. Теперь смотрим. Заходим в те же настройки. Так, сначала нужно подключить наш этот джойстик. Так. Заходим в те же настройки, затем заходим в систему, информация о консоли, и имя уже у нас консоль. Что же, спасибо большое за просмотр этого видео, ставьте лайки, подписывайтесь, играйте в игры, выигрывайте. До скорых встреч, желаю вам всего самого хорошего. До свидания.